Генеральный партнер проекта Huawei Mate 10 Pro. Первый в мире смартфон с искусственным интеллектом. Всем привет, меня зовут Инна Лиута, я профессиональный визажист, арт-директор школы красоты. Часто, когда девушки выходят от профессионального визажиста, они хотят запечатлеть свой образ на камеру мобильного телефона. И сегодня я дам несколько советов, как лучше всего сделать такое бьюти-фото. Основа любого фото – свет. Он должен быть мягкий дневной, либо заполняющий равномерно все лицо искусственный. Например, как на гримерных столиках. Либо кольцевой свет. Следующий совет. Найдите подходящий для вас ракурс. Я поделюсь с вами несколькими хитростями, как это сделать правильно. Смотрите на камеру снизу вверх и слегка опустите плечо. Такая поза удлинит шею и визуально откроет лицо. Делая фото в профиль, слегка вытяните подбородок. Такой прием поможет визуально скорректировать щеки и сделать нижнюю часть острее, что сделает лицо моложе. И, пожалуйста, не зажимайте рот, не вытягивайте губы уточкой, а просто слегка приоткройте ротик и сделайте придыхание. Следующий совет про макияж. Не забывайте, пожалуйста, что камера съедает яркость, поэтому макияж для фото должен быть насыщеннее, глубже, с игрой текстур. Если делаете контуринг, делайте его немножко глубже. Глаза не должны быть в тени, на них должен оставаться свет и блики. Сделайте пару фото с отведенными слегка в сторону глазками и слегка опущенными веками. Так вы покажете красоту макияжа. Часто нас некому сфотографировать. Мы стесняемся попросить кого-то, либо просто нету рядом людей. Поэтому мой вам совет – учитесь делать селфи. Фронтальная камера Huawei Mate 10 Pro имеет разрешение 8 мегапикселей и диафрагму 2.0. Смартфон оснащен специальными эффектами селфи – это режим украшения и портретная съемка. Это значит, что камера автоматически определит тип кожи и при необходимости скорректирует несовершенство. И самое главное, практикуйте. Сделайте 100, 200, 300 фото, чтобы понять свой лучший ракурс. И тогда классное бьюти-фото займет у вас всего пару секунд. С вами была Инна Лиута, специально для Инста Утра. Любите себя и свою красоту.